Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как PancoinNet. Итак, что такое PancoinNet? Это криптовалюта, бунтарь криптовалют. Он основан на платформе Ethereum с использованием стандарта R20 и символом токеном PKC. Исходный код контракта проверяется и публикуется на EtherScan. Токен PKC означает систему децентрализованного финансирования DeFi. Но в то время как биткоины и некоторые альткоины все больше и больше открываются крупным организациям, PancoinNet это в основном инвестиции для частных лиц. При общем количестве токенов в 1 миллион, биллион, каждый может владеть множеством PancoinNet токенов. Он вдохновлен CryptoPunks и Bastard GunPunks версия 2. Кстати, а что такое панк на самом деле? Панк — это молодежная культура. Его атрибуты — провокационный взгляд, бунтарской настрой и некомфортное поведение, как и PancoinNet. Токен — это мем-токен, но другой. PancoinNet — самый бунтарский токен. Это атрибут дает возможность превзойти и превзойти другие криптовалюты. Его дизайн демонстрирует очевидное сходство с биткоин, литкоин, биткоин кэш и догикоин. Но розовый цвет и линия верхней части буквы R – дань уважения панк-причастству, сигнализирует об уникальности и несоответствии. Мы можем перейти на белую бумагу, более подробно ознакомиться, скачать ее, изучить. Такую как выплата токенов, дистрибьюция какая, например, 50% выделено на ISO, 10% зарезервировано, 15% выделено на маркетинг, и также 15% на партнеров, и 10% выделено команде. Все технические нюансы, какой хардкап, софткап составляет всего 1 эфир, хардкап, как мы видим, 2000 эфиров. И многое другое. На этом мой обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.